99-го, 2000-го года, поскольку никогда жалоб на деятельность этого предприятия не было абсолютно. Никаких правонарушений, связанных о том, что предприятие отсутствует разрешительные документы на осуществление выброса в атмосферу, о том, что у них выявили какие-то превышения, не было. Тем более вызывает сомнения. И дело в том, что предприятие самостоятельно осуществляет производственный экологический контроль, который заключается в том, что предприятие самостоятельно проводит отборы проб не только у себя в зоне промышленной, производственной зоне, но также в санитарно-защитной зоне. Проект вот, установления санитарной защитной зоны, в настоящее время сейчас рассматривается в Роспотребнадзоре, для подтверждения готовится.